Физиология релаксации. Психология, релаксация – это эмоциональное состояние низкого напряжения, при котором отсутствует возбуждение, особенно от негативных источников, таких как гнев, тревога или страх. Эмоции, эмоциональное состояние является предметом пристального изучения физиологии. Есть феномен релаксации, есть феномен эмоционального напряжения, есть морфологический субстрат. Так что есть что изучать. А что такое релаксация, собственно, с позиции физиологии? Что такое медитация с позиции физиологии? Я хочу рассмотреть это несколько позже, в ближайшее время. Но перед этим я хотел бы попытаться раскрыть эту тему. Перед тем, как раскрыть эту тему, я хочу предложить вам поучаствовать в физиологическом эксперименте. В описании этого ролика вы найдете гиперссылки, линки на видео для релаксации. Попробуйте их использовать и поделитесь опытом результата их использования. Жду ваши результаты в комментариях.